Замечательный детский праздник устроил Леневский дом культуры для детворы, посещающей летнюю оздоровительную площадку при первой школе. Мероприятие состоялось в парке 25 июня. Познакомимся! Я Эй! Мой девиз «Гляди бодрей!» Ну а я, ребята, мне ни в чем не ведом страх! Я не понял, в чем подвох? А куда девался он? Нам без оха не начать! Надо нам его позвать! На площадке ребята живут нескучной жизнью, но это мероприятие, без сомнения, стало одним из самых впечатляющих. Вожатые, с которыми дети пришли в парк, со стороны наблюдают, как развлекаются их подопечные. С первых секунд встречи заводные ведущие праздника, работники Леневского дома культуры, завладели вниманием детворы и уже не отпускали его до конца праздника. Никто и не сопротивлялся. Ребята увлеченно играли с персонажами знаменитого мультфильма, забыв обо всем на свете. Ох, опять ты за свое! Хватит охать! Ё-моё! Мне скучно, да мне ж неинтересно. Ну сколько раз тебе говорить, что наше настроение зависит от нас самих. Эй, друзья, настало лето, лето время для детей. Для мальчишек и девчонок столько всяческих затей. Ряд из этих затей ребята испытали на практике. Понравившиеся взяли на вооружение. Теперь игры с друзьями во дворе или с родственниками на отдыхе можно будет разнообразить новыми видами. На старт, Ваня, марш, поехали! Поехали! Ну-ка, 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 кто готов? Давай, 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 давай! Выходим, выходим в круг! Выходим, выходим! Выходим в круг? То есть что у нас? Выходим! Кто выходит в круг? Пойдем! Держи. Готовы? Сколько раз сможете? Ну-ка, я вот 10 могу, а вы сможете? Итак. А я могу 50. 50, а я 10. Ну-ка, ребята, давайте. Раз, два. Раз. Поехали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ого. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 42, 50! Молодцы! Побили рекорд! Ура! Казалось бы, обычные спортивные упражнения для детей. Все хорошо им знакомые, будь то приседания, отжимания или скакалка. Но каждая из них ребятня выполняла с таким азартом и старанием, что все остальные диву давались, какие молодцы. Мальчишки! Мальчишки! Давай, давай! Давай, давай, давай! Великолепная пятерка и врата. Разделившись на две команды, мальчишки против девчонок, обе с переменным успехом доказывали свое право называться самыми быстрыми, ловкими и смышленными. В ходе испытаний ребята вскоре пришли к выводу, что одержать победу можно только сообща, поддерживая и подбадривая друг друга. Так развивается умение работать в команде. Дружба разделила свою победу с хорошим настроением и зарядом энергии. Красивым завершением спортивного праздника стало награждение каждого участника медалями и конфетами. А еще ребята получили возможность завязать ленточку на дереве желаний. Вполне может быть, что кто-то из них загадал встретиться вот так всем вместе еще раз, чтобы вновь порадоваться лету, прекрасному дню, солнцу и празднику, который подарили взрослые артисты.